Дружище, если ты хочешь снимать так же, как я, эти компьютерные колонки, а также компьютерную мышку, клавиатуру снимать, а также рассказывание этого Свена и Дженниуса, даже можешь там звонить, там и покупать себе, и записывать, рассказывать вам об этих колонках, также на Авито и на Юле можно рассказывать. Также GoldDTA, ты можешь сюда заходить в эту игру там, покупать магазинные чайные листья, а потом сажать. И покупать за эти 200 этих пугалов и 200 эти, и 30 тысяч собак покупать. Вот у тебя такой же будет урожай, как у меня. Ты даже можешь собирать и продавать листики и получать на эти... На эти золото и монеты можно получать даже. Золото, вот эти. А если что-то не будет хватать, то значит пополняйте там на счета Яндекса, Киви и другие платежные системы можно пополнять. Также можно выводить оттуда деньги из этой, из игры и получать заработанные деньги. И все. Также можешь получать ежедневный бонус в этой игре Golden Mines. Можешь получать и за гномов жди, а также можешь пополнять для покупок этих гномов. Покупайте гномы. Гном малыша покупайте. За 21 штуки покупайте. А студент покупайте 200 штуки, а спец только покупайте 40 штуки, а бывалый покупайте 400 штуки, а профит покупайте на 60 штуки. Так и будут больше, много приносить вам доход и больше много деньги. Ну ладно, я пока не буду вас задерживать. Давайте мы приступим к просмотру к этому видео. Кола-бола, привет, ребята! Исключительно, что я люблю акустическую систему, были модели SPK-06 у Максима. И как обычно слушал, он в больших громкостях арию, сусям, уф, адобно, и даже роск. Ну и прочим, все такое, мне нравится акустическая вот такая вот система Дженниуса. Но я по поводу хочу вам сказать, что самые эти воспроизводительности разработчики Дженниуса фирмы 20 века еще сделали 92 года, собирали компьютер акустическую систему. Уже 27 лет назад еще придумали. До начала компьютера 1985 года. Еще Windows были до того, Microsoft. Придумали даже сзади акустическую систему, наушники, 3D звука и тоновоспроизводительность звука. И кабель для этих колонок, и гнезд для подключения для наушников. Но сейчас 2010... Они сейчас этой пластиковой делали с начала 92-го по 2002-го и по 2008-го года. Сейчас 2010 года и по 2014 года этого Дженниуса собирали модели, этого из дерева делали. Запихнули туда материнскую плату для этого выключения и прибавления громкости тонна и громкость. А также динамики и все и прочее придумали самые эти разработчики. Самой этой фирмы, этого Дженниуса, воспроизводительность, производство этой фабрики Дженниуса из дерева сделали. Сейчас также от 2016 по 2016 года Свен фирма тоже также делают колонки из модели из дерева. Модели разные бывают. Но я об этом расскажу тоже после этого Дженниуса, когда будем переходить на Свен. Ну, 20 века еще были такие модели, как М06, М10, М16,
Сейчас, ну и так же, SPG0, шестая модель сеточка 92-го года. Колонки мы говорим про Genius SPM16. Цена в этом магазине была 767 рублей розничная, а цена оптовая 743,99 рублей копейки. Компьютерные магазины, даже компьютерная техника, компьютерные салоны и все прочие магазины открывались для посетителей для покупки этого компьютера, системного блока, монитора 92-го года и 85-го года еще. Номинального мощности этого модели SPM16, 16 ВТ, РМРО 320 вольт, громкости широкополосной 76 мм, частота 20 и 20 тысяч ГЦ, органы управления питания, громкости, 3D звука, гнездо для подключения наушника. Там еще и два индикатора есть. Один ват включения, а другой это включение 3D или тона. Я не знаю, что там. Я этим не пользовался никакими большими колонками. Дальше. Габриты размер 106 и 238, 147 мм. Arcticool SPM16. Наличие на складе уже давно купили 20 века. Производительность Genius. Гарантия 6 месяцев идет. Емкость складских упаковок 6. Ну и как снова с вами был я, Даниил. И в общем, снимайте и зарабатывайте. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Поддержите меня в комментарии. И подпишитесь на Facebook. Также можете заходить в Одноклассники, в Инстаграм и все прочее. И давайте, всем пока. До новых встреч.